Итак, сегодня такая у нас массовая тренировочка. Даже ветераны футбола присутствуют. Ренат Зотов сегодня у нас здесь. Ну и ребята, такой смешанный состав. Большинство из них были на соревнованиях Вешенской, когда мы заняли первое место. И идет такая борьба. Вот он с мячом был сейчас Михаил Горбачев, который забил 2 гола Вешенской. Денис, хорошо. Пас на Мишу. Бить можно, ну молодец, вернул. И такой на дальнюю штангу. Хороший, это гол, да. Отлично было разыграно. Молодцы, ребята. Ну, сегодня такая у нас большая полноценная тренировка. Конечно, вечером легче заниматься намного с центра поля, ребята. Потому что вечером не так жарко. Приезжал Евгений Александрович, заместитель района по спорту. Смотрел поле, потому что в воскресенье будет матч. Наша сборная будет играть с командой Черткова. Пригласил всех ребят на матч. Ну, видно, что наши власти неравнодушны. Вот еще один гол. Умницы. Так, меняемся. Один человек уходит туда. Так, кто туда идет? Михаил идет туда, а сюда идет Макар. Все, давайте. Делаем маленькую ротацию состава. Так, все, поехали, ребята, все, спокойно. Значит, наша задача играть также в пас, стараться меньше контролировать самому мяч. 2-3 касания, а для этого и остальные игроки должны открываться обязательно. Вот отличный пас на ход на Дмитрия. Быстрее, быстрее. Ну, хорошо, Матвей вступил как защитник, здорово отыграл. Хорошо. Выбить, Денис! А, ты за них. А, стоп, ты против, Денис, а почему ты там не выбил мяч? Ты мог выбить мяч. Хорошо, спину. Правильно, Роман. А, забрал мяч и надо его отдать. Не надо возиться. Вот такая тренировочка у нас. Мы еще раз говорим, что приглашаем ребят. Всегда мы в группу пишем. Всех на поле заниматься. Всех, как говорится, с праздником футбола.